Курс обучения игре на клавишном синтезаторе. Уровень 1. Основы музыкальной грамоты. Урок 31. Тональность ля мажор, фа диез минор. Гамма ля мажор. Здравствуйте, мои дорогие ученики, подписчики и случайные зрители моего канала. Сегодняшний наш урок будет посвящен четвертой тональности квартоквинтового круга по квинтовому интервалу тональности ля мажор. Как вы наверняка уже догадались, в этой тональности будет три диеза, потому что в каждой следующей тональности по одному диезу у нас прибавляется. И прибавляются эти диезы тоже не как попало, а тоже по квинтовому интервалу. К уже существующим и никуда не девающимся в этой тональности фа диезу и до диезу добавляется третий диез, соль диез. Вы спросите, а как же тут квинтовый интервал, если до диез от фа диеза отстоит на кварту вниз? Очень просто. Если мы с вами посмотрим этот интервал вверх построим, то как раз будет квинта. Но фа диез берется во второй октаве. Вот. А до диез пишется уже не в третьей, а пишется во второй, потому что это слишком высоко, это добавочная линейка. Знаки альтерации на добавочных линейках не ставятся. Но если только это не случайные знаки, а приключения, все ставятся на пяти основных линейках. Так вот, соль диез, опять же, если вверх от до диеза смотреть, кварту, квинту вверх, то получается соль диез. И сейчас я в первой части нашего урока познакомлю вас с основными аккордами этой тональности. Их, как и во всех предыдущих случаях, будет 6. Тоническое трезвучие в ля-мажоре выглядит вот так. Ля, до диез, ми. И здесь неожиданностей нет. Ну и дальше идут два уже хорошо вам знакомых аккорда. В качестве доминанты у нас будет ми-мажор. Ну, с той лишь разницей, что теперь нота соль уже, соль-диез уже не обозначается случайным знаком. А соль-диез у нас в ля-мажоре альтерированная нота. И, поэтому мы, если у нас аккорд ми-мажор обозначается в нотах, как вот здесь, в этой записи, при ноте уже ничего не ставится. И второй аккорд, третий аккорд, субдоминанта, опять тоже хорошо вам знакомая, хорошо вам знакомый аккорд ре-мажор. И тоже самое здесь фа диез, уже альтерированная тоже нота, и, естественно, ничего уже не ставится. Ну и теперь перейдем к минорным аккордам. Вот здесь уже интересно. Во-первых, это первый аккорд, который строится, уже тоническое трезвучие, от черной клавиши, от ноты фа диез. Ну и по традиции следующим аккордом минорным, который мы разбираем, будет субдоминанта. Она здесь минорная, и это тоже уже хорошо вам знакомый аккорд по предыдущей тональности. Аккорд си минор, си ре фа диез. Но здесь он уже у нас рассматривается в качестве субдоминанта, а там был тоникой минорной. Ну и третий аккорд. Доминанта, она у нас, так же, как и во всех предыдущих тональностях минорных, мажорная. И вот тут вот у нас интересный очень получается с вами аккорд. Первая и третья ступени у него альтерированы, это до диез и соль диез. А вот вторая ступень, посмотрите, как обозначена, ми диез. А что это такое за нота ми диез? А это фа. Но здесь у нас вступает в силу следующее правило. Если в тональностях, где при ключе стоит от 3
диезов и более, то есть 3, 4 или 5, больше не бывает. Ноты фа и до обозначаются как ми диез и си диез. Ни в коем случае нельзя их обозначать как фа бикар и до бикар. Это неграмотно. Значит, вот, ну, посмотрите, да, просто для сравнения. До мажор. Мы ведь пишем его как до, ми, соль. Соответственно, если этот аккорд у нас повышается на полтона, и это получается до диез мажор, то он у нас и будет состоять из вот этих нот до диез, ми диез и соль диез. Все повышается на полтона. Ну, все так вот. Логично, и все по правилам. Ну, а теперь перейдем к гамме ля мажор. Значит, начинаем мы, как водится, по традиции, разбор гаммы ля мажор с правой руки. И начать играть гамму ля мажор правой рукой я рекомендую, да это и вот в случае с синтезатором это единственный вариант, значит, начать с первой октавы. И тогда у вас все закончится в третьей. Здесь нет неожиданностей. Все пальцы те же самые. Смена пальцев в правой руке происходит у нас на до диез и соль диез. Да? И обратно то же самое. Ну, а вот левой рукой у нас получится смена пальцев на фа диез и на си. Вот так. И вот в тональности ля мажор, гамму ля мажор, я очень настоятельно вам рекомендую сначала выучить по отдельности правой рукой и левой рукой, хотя бы в медленном темпе. Почему? Потому что, когда вы начнете их соединять, то есть, когда вы начнете играть гамму двумя руками, то у вас при параллельном исполнении гаммы двумя руками смена пальцев будет происходить в разное время, на разных клавишах. Видите, да? Смотрите на мои руки. Как говорят фокусники, следите за руками. Значит, смена пальцев будет в разное время. А когда вы будете играть расходящиеся гаммы, у вас еще и диезы будут в разное время браться. То есть вот тут и возникнет сложность. Если вы, так сказать, не твердо выучили разными руками, у вас не получится их соединить, даже в медленном темпе. Поэтому сначала выучите. Дальше у нас следующее упражнение. У нас аккорды. И начинаем мы их играть. Ну, с малой октавы можно начать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Больше не получится, потому что дальше нет ноты. Обращаю ваше внимание на то, что в аккордах и арпеджио я теперь не ставлю пальцы, не даю аппликатуру. Почему? Потому что, кстати, вот вам еще один термин, аппликатура. Ну, есть русский вариант, пальцовка, а есть итальянский вариант, аппликатура. Ну, это слово уже тоже вошло в русский язык, поэтому употребляется наравне с русским вариантом этого слова. Итак, значит, почему аппликатура произвольная? Потому что у вас у всех разные руки.
Я могу поставить, конечно, пальцы свои. Но зачем я вам буду навязывать? Выбирайте те пальцы, которые вам удобно. Потому что вот мне удобно первый, второй, третий, пятый, например, да? А от до диеза сыграть удобно первый, второй, четвертый, пятый. Вот так. А может быть, вам удобно по-другому. Ну, посмотрите, да? То есть подберите. Особенно это важно. Значит, вот сейчас покажу сначала арпеджио короткое левой рукой. Вот расставляйте, значит, так, чтобы, значит, как вам удобно, пальцы. Ну, и особенно это для длинного арпеджио важно, актуально, потому что, например, здесь у вас смена пальцев, да? С третьего на первый легко. И здесь опять третий, да? Потому что с четвертого на первый тяжеловато, да? Далековато. А вот так удобно. Вот, значит, опять же, исходя из удобства, вы и а здесь, потому что это левая рука, здесь другая будет аппликатура, априори будет другая. Вот это все, что я вам хотел рассказать о тональности и гамме ля-мажор. На этом, собственно, наш урок завершен. Если он вам понравился, то ставьте лайки, оставляйте комментарии. И главное, пишите в комментариях, задавайте вопросы, пишите какие-то пожелания, замечания. Особенно замечания мне важны, потому что, как сказал один персонаж одного очень известного фильма, «Nobody's perfect», «Никто не совершенен». Поэтому я тоже не исключение. Поэтому, естественно, ошибки вполне могут быть. Если вы их заметите, то указывайте, потому что конструктивная критика помогает нам делать нашу работу лучше. На этом позволю себе откланяться. Благодарю за внимание. Всего доброго и до новых встреч в эфире.